Вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Она очень тяжелая, у нее две подключки, одна снизу, другая сверху. Понятно. Помочь тебе? Да. Сейчас сделаем квантовый скачок в нашу комнату диагностики на счет 3. 1, 2, 3. Ты в комнате диагностики? Да, мы здесь. Мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. А не на голове большая подключка, и она не может ни кивать, то есть она пытается кивнуть, и рот у нее открыт, как у куклы. Открыт, потому что там как распорки стоят. Все понятно. Хорошо, сканер, подсвечивай сейчас эту конструкцию над головой. Она становится красного цвета. Активируются все датчики, импланты, конвекторы, подключки, связанные с этой конструкцией на голове. Сканер, отключай эту подключку, выводи ее полностью из биополя вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами. Как все это выходит, сворачивай в шар и отправляй в клетку-тюрьму. Она не на голове стоит полностью, какие-то как болтами придерживается. Сканер выкрутит их. Готово. Отправляй в клетку-тюрьму. Теперь подсвечиваю подключку внизу, в ногах. 1, 2, 3. Она становится красного цвета. Видно. Видны все подключки, чипы и датчики, связанные с ней. Сканер, отключая ее, полностью выводи из биополя и отправляя в клетку-тюрьму. Она как широкая юбка до самого пола от талии вниз, как ширма со всех сторон. Угу. Будет пару вопросов сегодня к сущностям. Готово. Хорошо, Татьяна, вы меня слышите сейчас? Можете говорить? Да, она слышит. Немного непривычно говорить могу. Хорошо, Татьяна. Вы обратились к нам насчет чистки. Нам нужно ваше согласие на нашу работу. Даю согласие. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Татьяны под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Татьяны. Находит все. От этих подключек, находящихся в клетке, от конструкции и вот этой юбки в ногах, выстраиваются каналы к ответственным, притягиваясь в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Ну, и к ней демон притянулся, к нижней подключке, к той черной юбке. Хорошо, демоняка. Кто еще? Хамелеон. Хамелеон. Но это два не его. Грея. Вот, два Грея. От Грея выстраивают канал к другим ответственным, притягивая всех, кто с ними связан. Здесь информация идет, что на данный момент никто не связан, эксперимент заброшен, заржавело. Я не вижу, чтобы конструкция заржавела, так как она причиняет до сегодняшнего момента вред. Поэтому, Грей, если Татьяна скажет сегодня вам поставить эту конструкцию, заржавевшую каждому из вас ваше биополе, и включить ее с точно такой же функцией, как и вы установили, я это сделаю. Подожди, здесь еще есть спрут. И спрут еще есть, хорошо? Все. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент, Татьяна. 100%. Кто ответственный за болезнь горла, рак из вас? Загорается маячок над его клеткой. Ну, это не горло, идет информация. Во-вторых, конструкция, которая... На голове стояла? Да, она начинает, на нее как такие энергии выпускать, и она начинает, которая как окисляет определенное место. Это лицо, нос, вот где-то такое там. Тем она сам... как пластина там стояла, у нее другой цвет на этой конструкции. Тем самым подтверждается то, что конструкция работала, несмотря на уверения Греев. Итак, ты сказала, что это не рак, а что это? Он не в горле. А место где? Сам. Это нос, и вот ниже там пластина была. Чья пластина? Пластина от конструкции. От конструкции Греев. Хорошо, Греи, ваши шансы становятся все хуже и хуже. Идем дальше. Какой у нас демон? 14. У тебя есть контракт? Может быть. Это ты мне так отвечаешь? Я здесь по праву. Я второй раз задаю вопрос. После третьего раза я достану шар с энергией царя Соломона и кину в тебя. В моих руках появляется шар. Не имеешь права. Имею право. Я тебе задал вопрос, ты на него не отвечаешь. Ну что такое жестокий? Отвечай на вопросы. Ты находишься здесь не на милой беседе. Есть контракт. Есть контракт. Значит, есть, так и скажи, есть контракт. Сколько ты находишься в этом биополе с этим контрактом? 3 года. Хорошо. Хамелеон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 5 лет. Грей, сколько вы присутствуете, вернее, сколько стоит эта конструкция? Около 13 лет. И спрут, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 6 месяцев. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Татьяна? Демон порталами пользуется больше никто.
Хорошо, у нас нет сегодня заказа на чистку квартиры. Эта информация была чисто для Татьяны. Мы предупреждали, что сущности присутствуют и в квартире, и там есть порталы. Идем дальше. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Татьяны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстраиваются также к конструкции Греев и к этой юбке демона. Даю команду тонкой копии Татьяны произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Татьяне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 100 раз. Хамелеон, как ты влиял на Татьяну? То, что ты усиливал эмоциональный скреб на сердце? Скреб на сердце. Эмоции вызывал. Какие эмоции именно? Любые? Раздражение, неудовлетворенности. Хорошо, мне это понятно. Спрут недолго сидит, 6 месяцев. Как ты воздействовал на Татьяну, Спрут? Какой она дискомфорт испытывала? Спрут небольшой, он пока укреплялся, он присасывался к коронной чакре. Закончился. Хорошо, у Греев нет смысла спрашивать. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Татьяна забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Татьяна себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилий потоки в 100 раз. Посмотри, пожалуйста, что идет из конструкции и вот этой юбки демона. Но из конструкции человеческая энергия возвращает какие-то как биоматериалы, встают на свои места. Да. Там, где были подкрепления, где были. Понятно. От черной возвращается энергия по чакрам. Ну, яркие энергии, нижние. Забирал красно-оранжевые, желтые. У человека не должно быть вообще никаких сил с таким оттоком энергии. Эта конструкция, она их заменяла, давая негатив, такой серый, чтобы она в постоянной серой какой-то среде была. Эта конструкция спровоцировала рак горла задней стенки. Ставим маячок над клеткой ответственным. А здесь не только конструкция, хамелеон тоже принес свой вклад. На негатив ее сильно на низкие прям какие-то эти отпускали чувства. Они вместе? Грей и хамелеон? Но они не вместе, но каждый сделал свой серость, свой внес. Свой вклад. Хорошо, хамелеон. Сегодня будем разбираться, что с тобой. Ревер закончился. Начинаем с вытаскивания, Спрут. Начинаем с тебя. Выходи, отключайся, снимай все свои присоски. Ничего не забывай, возвращайся назад. Докладывай готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Но на голове его чувствовала как тяжесть. Хорошо. Все сняла. Сканер просканирует сейчас Татьяну на чистоте Греев и их конструкции. Не осталось ли что-то незамеченным, что мы еще не вытащили из биополя Татьяны? Но у нее есть внутри как кол, как-то как колба. Вытаскивай это все. Есть. Выстраивается прямой, отправляя в клетку. Выстраиваю прямой канал от Татьяны к этой колбе. Татьяна реверсом отдает все негативное патогенное, что она от нее получила. Пошел мощный поток назад. Что возвращается? Я не знаю, какая-то белая жидкость, как молоко цветом, но густая. И это как давало вкус какой-то ей, привкус. Запах. Да. Где она находилась, эта колба? Точно. Она начинает грудь и выше идет через горло. Вот, она проходила через глазам. Горло. Проходила через горло глазам. Хорошо. Такой вот это стержень. Да. Закончился реверс. Установили фильтр золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Татьяна забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Все, что на ее чистоте находится, мощным потоком забираем по праву назад. Пошел мощный поток назад. Готово. Выходит хамелеон, вытаскивай свое гнездо из сердечной чакры, отключайся полностью, возвращайся назад, ничего не забывай. Готов. И демон, твоя очередь. Выходи, снимай все, что ты оставил на своей чистоте, отключайся полностью. Высокие сапоги у нее темные, он там копил эту энергию. Хорошо. Все снял. Контракт мы сейчас должны аннулировать, потому что рассинхронизация не пройдет. Поэтому переходим сразу к аннулированию контрактов.
по закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Татьяна должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. И я говорю вслух, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Контракт вышел. Я не знаю, насколько он подписан с ее стороны. Со стороны демона он активен. Идет картинка, как он ей его зачитывает. Она отказывается. И он постоянно ей объясняет его и зачитывает. То она говорит, что она подумает. Какие-то желания у нее есть, которые демон говорит, что осуществит. Но нужно подписать контракт. Согласие твое нужно. Она говорит, я подумаю. Это все во сне. Понятно, пустой контракт. Вообще не связан с ней. Не связан с тем, что она что-то неправильно сделала. Или занималась черной магией, подписав добровольный контракт. Это обман, который сейчас демон с ней провел. И этот контракт с ее стороны не подписан. Я аннулирую этот контракт. Пусть повторяет за мной. И законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Идет энергия? Энергия идет, это ее внимание, которое он вовлекал. Понятно. Читая ей этот контракт. Готово? Отлично. Открывая воронку в галактическое ядро, произвожу сброс всех аннулированных контрактов, договоров. Также все отработанные контракты и договора, и фантомные уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Возвращаемся к рассинхронизации, даю команду на рассинхронизацию Татьяны с демоном, его подключками, хамелеоном, двумя греями, их конструкцией и спрутом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Из колба идет рассинхронизация. Не знаю, по вредности грея. Уверенно на первом месте стоят из почти всех космических цивилизаций. Готово. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Немного пустот и серых энергий еще, но подключек нет больше. Хорошо, это мы все уберем. Помогаемая энергия сжечь все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Улетает на переработку в галактическое ядро. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Спрут, ты в квартире не находишься? Нет. Ты больше никогда не войдешь в это биополе, тебе понятно? Мы бы здесь удержаться, поэтому в квартире его еще не было пока. Хорошо. Ты понял, что ты больше никогда не войдешь в это биополе? Понял. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готов. Хорошо, демон. Контракт аннулирован. Ты готов уходить? Готов. Я тебе сразу говорю, если я тебя второй раз при проверке когда-нибудь обнаружу, если ты не оставишь эту затею, и ты и опять покажешься здесь, вот тогда я применю этот шар, о котором я тебе говорил. Поэтому... Отдай хоть подключку мою. Я тебе не отдам подключки, это оружие преступления, оно будет уничтожено. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Стоп. Закрывая портал, я тебе могу что-то отдать. Хочешь получить эмоциональный фантом? Хочу. Лярвы хочешь получить? Хочу. Где лярвы находятся? Где колба стояла, он показывает. От груди вверх. Хорошо, выходи, забирай. Внизу есть лярвы на низ живота. Разрешаете забрать все эти лярвы. Возвращайся назад, приступай. Готово. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Татьяны, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы. Ей же сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Там очень много мыслей вышло, и внизу ноги все затемнены, темные. Хорошо. Татьяна, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы от них отказаться? Да, готова. Сворачиваете энергии в шар. Забираешь демон? Все головные боли мне отдаешь. Забираю. Отправляю демона. Ты же это любишь? Хорошо. Более люблю. Ну вот. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона, и он уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Под его артефактами открывается воронка в галактическое ядро, и это все, что он оставил, уходит на переработку, эту юбку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Да, на связи, Ли. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь... Два грея, которые 13 лет установили конструкцию и поставили колбу в горло. Эта конструкция и колба привели к раку горла. В этом участвовал также и хамелеон, который 5 лет находился в этом биополе. Артефакты греев находятся в клетке. Посмотри, пожалуйста, этих двоих. Замираем, подключки забираем тоже. Благодарю тебя. Хамелеона тоже? Нет, отпускаю. Хорошо, хамелеон. Первое и последнее предупреждение, если я тебя еще раз найду в биополе человека, ты уйдешь без цветов своих. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте хамелеона.
И он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, этих забрали? Да. Поехали дальше. Тианы до числа значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Татьяна, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Не знаю, как объяснить. Мысли ушли. Успокоилось что-то внутри. И какая-то, не могу понять, это как крапинки внутри меня чего-то нового и радостного. Оно вернулось. Все мои мысли давно негативные. И я забыла, как выглядит радость. А вот сейчас я ее снова чувствую. Отлично. Наш администратор перешлет вам рекомендации после сеанса. Вам надо будет выдавливать из себя негатив, и эти мысли, если они вдруг будут появляться, сбрасывать их в воронку, открывать воронку, потом ее закрывать после того, как сбросите. Заправляться энергиями, поднимать вибрации. Цифры мы вам назвали. Попытайтесь обязательно прочувствовать, как эти энергии идут. Начните с того, что вы познакомитесь с чакрами. Это 7 цветов, вы ими заполняете себя. Вот каждый цвет вы должны чувствовать, как он идет. Потом, когда заполнитесь, поднимите вибрации, после этого все синхронизируйте, обязательно и сгармонизируйте. Это даст вам точно такие же ощущения, которые вы сейчас чувствуете на долгосрочной основе. Здесь необходима ваша работа. Если вы ничего не будете делать, то вся эта команда, вернее, другие уже эти не придут, придут другие. Если вы этого не хотите, защищайте свои энергии, вчитайтесь, вдумайтесь в смысл манифеста, что там стоит, что вы берете ответственность за свою жизнь в свои руки. Соответственно, нужно что-то делать. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.